Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем работать со своим корпусом с элементами классической хореографии в восточном танце. И сегодня мы, пожалуй, немножечко отойдем от подготовки к арабеску номер 2 и постараемся свою спину укрепить в несколько другой плоскости для того, чтобы она действительно смогла выдержать нагрузку, которую нам потребуется перенести. Итак, сегодня я покажу вам элемент, который называется вытяжение вверх через выпад вниз. Давайте попробуем это сделать. Итак, я сделаю вновь наш любимое плие, вытяжение корпуса вверх, и посмотрите, что мы будем с вами делать. Мы будем сгибать колени, перебрасывать плечики и ладошки вниз, опускать голову вниз, таким образом растягивая поясницу. Да, я думаю, вы понимаете, для чего нам это нужно. И будем очень мягко через локти, через пальцы рук вытягивать себя вверх, раскрывая затем плечики и руки. Да, давайте я покажу в другую сторону этот элемент, а потом попробуем сделать чуть более динамично. Итак, мы начнем с плечей, сбрасываем плечи, ладошки, пальцы. Макушка устремлена чуть-чуть вниз. И начинаем мягко вытягивать корпус вверх, раскрывать шею, раскрывать плечи и руки. На это движение тренирует поясницу в несколько иной плоскости. Мы ее растягиваем, позволяем ей немножко расслабиться. Да? Плюс с этим работаем со стабилизацией наших ног, что нам очень сильно потребуется в арабеске номер 2. Итак, давайте попробуем сделать несколько этих движений в динамике. Мы делаем шаг вперед, сбрасываем корпус, сбрасываем руки, мягко со вдохом раскрываем корпус вверх, раскрываем ладошки, переносим вес тела на другую сторону. С выдохом мягко опускаемся вниз, делаем длинный вдох, распаковываем грудную клетку, растягиваем руки. Сделаем еще разок вправо, мягкое вытяжение вниз, стабильные колени. Вы четко чувствуете свой корпус, обязательно раскрывайте руки. И сделаем влево, это же самое движение. Мягкое, с длинными пальцами, с длинным корпусом, с глубоким вдохом. Я надеюсь, вы выполнили этот элемент вместе со мной, он вам понравился, он не столь сложный, как некоторые предыдущие из этих элементов, но завтра мы с вами попробуем сделать элемент чуть сложнее, вы знаете, я это люблю. Итак, до завтра.